Смотри, Даниэль. Mm-hmm. Дед Мороз садится на мопед. Обычно они пользуются санями. По-моему, он нервничает. Что-то здесь не так. Всего 5 минут назад мы говорили о том, что надо меньше работать и больше внимания уделять любимым женщинам. И вот уже все забыто. За ним. Слушаюсь, комиссар. Наведите справки о мопеде 75PN13. Он числится в угоне. Yes! Упорство всегда вознаграждается. Позвони Петре, ей будет приятно. Даниэль, я только прослежу за ним, а дело передам Жиберу и все. Ну ладно. Дружище, что бы я без тебя делал? Глупости, разумеется. Это уж точно. Черт, он сейчас уйдет от нас, и больше мы его никогда не поймаем. Успокойся, ничего невозможного нет. Даниэль, ты что? Что ты делаешь? Мопеды преследуют как-то иначе? Думаешь, он ни о чем не догадывается? А ты притворись, что выехал на прогулку. На прогулку? Постараюсь. Постараюсь.